А сейчас на связи с нами Александр Пантелеймонов. Мой коллега находится в районе Мариуполя. Саша, здравствуй. Что происходит в городе и окрестностях? Да, добрый вечер, Алексей. Сейчас под Мариуполем тихо, но еще несколько часов назад днем на западных окраинах города были слышны взрывы и автоматные очереди. А все дело в том, что за линиями нашей обороны постоянно проходят учения. Были они и сегодня, поэтому в местном штабе АТО просят местных жителей не волноваться и отнестись к неудобствам с пониманием. Це робиться для того, щоб визначити їх реальний рівень бойової готовності та відпрацювати заходи щодо вдосконалення їхньої професійної майстерності. А вот на передовой уже несколько дней практически полное затишье. Наши бойцы уже почти полностью восстановили запасы боеприпасов и продовольствия. И теперь просто укрепляют линию обороны и несут службу на блокпостах. Тимчасовий блок тут поставлений для того, щоб перевіряти наявність стрілецької зброї. Тут знаходяться люди, які... От танк знаходиться Вікторія. Вікторія – це побєда. Помогают наши бойцы и местным жителям, подвозят, например, воду питьевую в окрестные поселки. И также даже за помощью приходят жители оккупированных территорий и часто просто просят поесть. Вот так прошел день в Мариуполе. Пока у меня все, Алексей. Спасибо. Последние новости из Мариуполя от Александра Пантелеймонова.